все Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, Твое, православным христианам на сопротивные дороги, и Твое Святые посети и исцели немощи наши, имейте ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, они не хотели уходить, и те, которые уходили, не хотели уходить. Но уходили, потому что им не оставалось здесь места. Многие из них вернулись. Многие остались там навсегда. А многие, кто остался здесь, здесь же и нашли свою смерть. Мы помним те страшные роковые годы. Истреблялось любое инакомыслие. Потому что, к сожалению, дьявол торжествовал. Чтобы такого не было, всегда имейте терпение друг к другу. И помните, что любое нетерпение приводит к раздору. А благодаря раздору мы никогда не будем иметь мир и спокойствие своих семей. Приходя сюда, вспоминайте, что здесь был этот страшный момент. Говорите своим детям об этом. Говорите правильно. Наставляя так, чтобы они никогда в своих семьях не допускали разделения. Никогда в своем общении не находили диалога друг с другом. И пусть они ищут. Они наше будущее. И Бог всем помощи. Высокочтимые отцы, господа казаки, дорогие севастопольцы, сегодня действительно день удивительный. Мы с вами собрались, чтобы вспомнить тех, кто погиб, кто не вернулся из пучины революции и гражданской войны. 100 лет назад началась Великая революция в России. Революция, которая, к сожалению, разделила российское общество, которая привела к неисчислимым потерям 5 миллионов ушедших за пределы нашей Родины, 10 миллионов погибших в пучине гражданской войны, разрушение материальных ценностей, разрушение частично культуры, которая была накоплена столетиями. Это очень дорогая и тяжелая расплата за разделение общества. И сегодня мы с вами на Графской пристани. Это место, откуда начинался Севастополь.
это место, которое помнит всех, кто сюда приходил и уходил, в том числе навсегда покидая Родину. Это место, которое сегодня слышит нашу молитву, нашу просьбу. Никогда не нужно разделять друг друга, дать возможность жить рядом людям с разной точкой зрения, в любви друг к другу, в любви к Господу, в любви к Севастополю, в любви к Единой России. В этом залог нашего процветания. Если мы сами не научимся это делать, никто нам не поможет. И будущее нашего Севастополя, и будущее нашей Родины зависит от нас, больше ни от кого. Мы строим свою жизнь на взаимопонимании, на приятии чужой и другой точки зрения, на созидательной работе. И тогда у нас есть светлое будущее. Спасибо, Господи. Спасибо отцам за ту молитву проникновенную, светлую, которая звучала по всем, которые погибли и ушли в пучину времени. Севастополь никогда их не забудет. Родина никогда не забудет.